Привет всем заглянувшим. Ну что, смотрим на пакетик, и это значит, сегодня начинается серия съемок распаковок. Это будет с AliExpress. На AliExpress 11 ноября была, как обычно, ежегодная грандиозная распродажа. Были у меня немножко купончиков, которые там я получила на сайте, в приложении. И, конечно же, этим надо было воспользоваться. Нашлось все-таки. Что можно купить? Хотя я сначала думала, да что мне надо, ничего мне с этого Китая не надо, магазинах полно. Нет, нашла. Нашла, на что потратить купончики. Ну и у меня две посылки сборные будет со распродажи 11.11. Я по оповещениям вижу. И едет посылочка с распродажи, которая идет после вот этой 11.11. Идет следующая распродажа, называется «Черная пятница». Потом, знаете, как она называется, «Киберпонедельник», потом идет распродажа после «Черной пятницы». И еще будет две сборные посылочки потом. Но они уже будут чуть попозже, потому что они еще даже не отправлены из Китая. Будут, которые, как называется, предновогодняя акция, там тоже были купончики. Так, что тут у нас? Ой, такая. Обожаю сборные посылочки. Их так приятно доставать. Их так сразу много. В общем, думала, что мне ничего не надо, а дофига всего заказала. Ну, тут много заказала не я, а моя дочка, поэтому... Ну, за мои купончики. Поэтому посмотрим, что здесь пришло. Давайте будем вскрывать аккуратненько. Примерно знаю, что... Уехал мой ножик. Так, здесь маркеры. Как вы помните, я уже когда-то заказывала маркеры. И снова у того же продавца я заказала. Очень хорошие, стойкие. Нам в огородный сезон они как раз нужны будут. Вот они, видите? И синенькие, черненькие, и синенькие обычно для подписывания пакетов. Все это нужно. Вот она красота какая. Ну и еще этикетки на заморозки я подписываю. Так, вот они. Синенькие маркеры, черный. Так, эту посылочку раскрыли. Следующая посылочка. Давайте посмотрим, что здесь. Скрываю все, как говорится, не глядя, вместе с вами. Потому что уже кто смотрел мои прежние ролики, если приходит брак, то с помощью видео можно легко все это оспорить. Так, это я себе заказывала за купончики зарядочку. Зарядочку. А, вот это так открывается. На телефончик. Я до этого уже, у меня в распаковках были два зарядных шнура. Но они... Один точно разболтался, почему-то в гнезде телефона болтыхался. Непонятно как. Вот. Посмотрим. Сейчас не буду раскручивать. О, магнитица. Заказала. Говорится, новомодный. Который вот... Ой, видите, как прикольно. Который вот этот можно... Ой. А, вот так. Забыла, зачем выдергивать. Это ж надо наклонить. Остается в гнезде телефона и защищает его. А это уже сама зарядка примагничивается. Замечательно. Ну, испытаю чуть попозже. Потому что этот телефон на зарядке. А возьму потом телефончик сына и посмотрю, как идет зарядка. Вас опять шатает. Я случайно зацепила штатив. Ну вот испытание зарядки. Подключила к телефону сына. Так интересно, смотрите, фонарик светится. Ну, кстати, он светится и при любом подключении. Ой, села батарейка на моем телефоне. Минуточку, сейчас вас потрясет. Вот. В общем, светится при любом раскладе фонарик. И вот так вот, бац. И приклеивается. Оп, зарядка пошла на телефоне. Вот так вот раз, наискосок. Ой, классная игрушка. Все, теперь надо будет вытащить на свой телефон. О, видите, а прямо хорошо, крепко держится. Можно выдернуть. Все, теперь поставлю свой телефон заряжать, потому что он как раз только что заплакал, что у него батарейка садится. В общем, вот такая вот игрушка. Посмотрим, как она будет заряжать, потому что гнездо моего телефона уже разболталось, и простые зарядки просто болтыхаются в нем, и не всегда идет контакт на зарядку. Так, следующее. Вот, кстати, эта зарядка, это с Черной пятницы. А это их объединили. А это 11.11. Следующая посылочка. Это уже был заказ моей дочки. Она у меня занимается бисероплетением, очень увлечена. И, как и все бисера, увлекающиеся люди творческие, постоянно не хватает емкостей для бисера. И вот заказала вот такие вот симпатичные. Ой, я вас опять зацепила.
Ой, не открывается. Ладно, это потом. Вот такие вот для бисера емкости. Вот сюда. Бисер продается буквально, как говорится, чайными ложками в упаковках. Поэтому вот этих всех емкостей будет достаточно. Пронумерованная. Следующая посылочка. Тоже примерно на эту же тему. Ничего не ложат. Раньше какие-то подарочки были. Какие-то резиночки, а сейчас ничего. Следующий контейнер. Смотрите, это уже пронумерованным по дням, неделям. Это я покупала уже как таблетницу. Цена будет где-нибудь тут снизу или тут снизу. Потому что у нас вообще в магазинах они гораздо туго. Захочешь таблетку выпить из этой упаковки, еще фиг откроешь. Вот. В наших магазинах они дороже, гораздо дороже. Если вот это, я не знаю, сколько мне с купонами, рублей по 50 вышло. У нас же они по 80 и больше. Меньше 80 я и не встречала. А дочке моей вот этих надо все больше и больше. Мне и так полно, а это мы на всякий случай еще заказали. Потому что мы недавно опять пополняли запасы бисера. Пятница никак не открывается. О, все, открыла. Вот такая красота. Тоже взяла прозрачные. Точнее, заказала дочка прозрачные, потому что если там были и цветные всякие коробочки, но тогда оно не видно или искажает истинный цвет бисера. А сюда можно побольше даже положить. И видите, корпус прозрачный. Поэтому все можно видеть, какой бисер тут лежит. Вот такая вот замечательная емкость. Хорошо, плотненько закрывается. Именно что нужно было моей дочке, чтобы каждая ячейка открывалась отдельной крышечкой. Потому что у нее есть, которые сразу раз снимаешь целиком крышку с комплектом вот этих емкостей с бисером. И они все открываются. И можно перепутать, случайно уронить, нырнет бисеринка в другую соседнюю емкость. А это у каждого своя коробочка. Очень удобно. В общем, вот такая вот у нас первая распаковка посылочек. Ждем следующих. Все увидите буквально в следующем кадре. Вот там. Сейчас раз и придет. Продолжаем распаковку. В этот раз без почтового конвертика, потому что на почте меня девчата попросили раскрыть и показать, что же я там такое заказываю. В этот раз пришли наушнички. Конечно, заказывала вместе с инструкцией, но инструкции не было в посылке, но мне продавец просто прислал потом фото по просьбе. В общем, немножко отвлекли. Так, зарядочка. У меня вот такая вот, видите, как она, Type-C называется. У нас все обычные зарядки micro-USB. А вот такой у нас в доме ни у кого нет, поэтому заказала комплект вместе с зарядочкой. В комплекте еще шел мешочек для хранения всего этого богатства. И вот они сами наушнички. Вот такие вот наушнички. Во время зарядки тут индикаторы загораются, кстати. И во время зарядки самого аппарата, и во время заряда вот этих наушничков. Для заряда их надо вытащить. По одному, если вытащить, они не заряжаются. Надо их целиком все вытащить. И тогда они, видите, идет заряд. Наушники загораются. Вот тут горит индикатор. Вот уже один перегорел. Индикатор, потому что я уже ими пользовалась. И вот так вот они бодренько светятся. Наушнички, ну, в принципе, я бы сказала, неплохие. Но, например, мама жалуется, что меня плохо слышно. Хотя я их в основном использую, чтобы смотреть YouTube, видео разные. И не мешать никому. Но в разговоре он немножечко себя не очень ведет. Ну, попробуем. Следующая посылка с вами у нас вот такая вот. Ну, это потрепанная. Сейчас посмотрим, что здесь. Еще в пути. Сколько еще? Еще две посылки. В пути. Раз. Два. Ой, как они тут упаковали. Три. Три посылочки, сборные в одной. Сейчас посмотрим. Давайте с маленькой начнем. Будем определять, что здесь. В принципе, я знаю, что в общем виде здесь. Ну, будем вместе с вами лицезреть. В этой посылке снова гигрометр. Такой у меня был уже. Заказывала. Надо будет вставить батареечку. Сюда две батареечки, таблеточки вставляются. Это я заказывала гигрометр. Еще один. Но это не мне, это на подарок. Следующая посылка. Так, надо аккуратненько вскрывать, потому что здесь, очень нежные заказы.
И здесь я заказывала, у меня уже это было в ролике, в распаковках. Это коврики для выпечки. Уже такого типа я вам заказывала. Ой, такого типа я вам уже показывала. В этот раз заказала большущий. Большой, даже весь в экран не влазит. И на поднос вот такой вот небольшой. Вот из тефлоновой, вот такой вот ткани. Не силиконовый, не пергамент, а тефлоновый. Вот опять они свернули квадратиком. Вот у меня был рулетиком свернутый, он дольше продержался. Квадратиком у меня уже прошлый заказ, уже вот по вот этим линиям идут трещинки. Ну, ничего. Все равно у себя в духовке я их буду сворачивать квадратиками. Вот в этих местах оно лопается и перегинается. А вообще очень удобный коврик. И муж такими у меня, не у меня, а такими моими ковриками пленку для теплицы спаивал края. А я использую для выпечки. И третья посылочка. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь вообще то, что я еще в прошлый раз продажи смотрела. Они были дешевле. В этот раз они немножко дороже, потому что, может, доллар подорожал. Но я еще в прошлый раз хотела заказать такое, но постоянно отнекивалась. Так, вот так. Смотрите, что это. Сейчас пошуршу. Беленькую не буду вскрывать, она белая тут сливается. А синенькую вам покажу. Та-дам! Что это? Думайте, думайте, что такое? С носиком. С ножками. Видите, даже с ножками. Замечательно. Это мыльница. Это такая мыльница со сливом для воды. Ну, забодалась я. На кухне и ванной. Обычной вроде мыльницы. Вроде бы с поддончиками. Но туда вода заливается. И мыло все равно, хоть оно и на решеточке, а все равно оно стоит и мокнет. И заказала вот такое вот. В прошлый раз продажа оно стоило по 70 рублей. Сейчас я потом напишу, сколько оно со скидкой стоит. С купонами, с распродажей, которая в честь 11.11. И заказала вот такие вот мыльницы, чтобы вода уже сама уходила в раковину. И мыло не мокло. Вот такая вот распаковочка. Ждем еще. Продолжаем распаковки, потому что продолжают приходить посылочки. Это уже не черная пятница, не киберпонедельник. Это уже посылка из предновогодней акции на Алиэкспресс. И там на Алиэкспрессе, ну, особо хороших акций не было. Но ни с того ни с сего, то на 80 рублей раздавали скидки, то магазин, в которых раньше что-то мы покупали. Были дополнительные купончики подарочные, поэтому... Три? Да, наверное, три, не помню. Ну, тяжеленькое что-то. Давайте с легенького начнем. В общем, пользовались дополнительными скидками от магазинчиков. И давайте посмотрим, что мы тут поприобретали. Это малипусенькое. Так, кто разбирается, смотрите, что это. Ну-ка, я гляну. Больше ничего в этом мешочке нет. Это... Давайте вскроем. Ну, тут по-китайски написано. Как тебя раскрыть? А, вот он. Это тест-полоски для измерения pH. Воды, почвы и других веществ, то, что нужно в хозяйстве. Вот, и табличка есть. Ну, абсолютно недорогая. Единственный минус у нее, потому что эта посылка сборная общая шла месяц. Буквально без двух дней месяц она шла. На Озоне можно буквально на следующий день получить такую. Но мы заказывали, по-моему, 140-150 рублей стоит на Озоне такая штучка. А это 30 с чем-то рублей мне обошлось. Ну, месяц доставки. Ну, потом испытаю. Надо же проверить, вдруг это просто желтая бумажка. Прикольно будет, да? Если это просто желтая бумажка. Это, в общем, потом испытаем отдельным кадром. Следующая посылка. Ой, какая тяжеленькая. А что тут написано? Ничего не написано. Все по-китайски. Давайте как-нибудь... Аккуратненько вскроем. Ой, оно еще и в коробочке. Так. 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 Ой, сколько всего. Это все из одного магазина. Был купончик из рукодельного магазина. И дочка, моя рукодельница, повыбирала себе... Много чего повыбирала, воспользовавшись купончиком. Как раз можно сказать, это пришел новогодний подарок. Потому что сегодня 8
января. Она увлеклась бусинками, бисером, браслетами. Ух ты, это длинненький. Не буду все вытаскивать, но это длинная, скорее всего, для шеи. Смотрите, какая веревочка. И сразу с замочками. Ссылочки обязательно оставлю под видео. Вдруг меня смотрят рукодельницы. И вдруг им будет это интересно. Следующие. Тут какие-то дочка светящиеся выбирала. Ну, скорее всего, вот это бусинки. Да, бусинки с дырочками. Люминесцентные. Вот их сколько много здесь. Ну, пересчитывать я не буду. Это уже дочкины сокровища. Она их разберется. Это тоже бусинки. Мне прям интересно. Пакетики такие плотненькие. Бывают зип-пакеты вообще тоненькие, а это плотненькие. Такой приятный на ощупь материалчик. Тоже маленькие бусинки для различных поделочек. Ой, яблочко какое красивое. Прям натуральный вид. А груша, видите, какая груша симпатичная. Так, а это сокровище даже в сундучке. Как его открыть? Угу, вот так. А тут. Ага, сундучок. А, это какие-то пузыречки. Ну, выбирала дочка, я просто клацала и добавляла в корзинку. Какие-то подвесочки в форме бутылочек. Раскрыла. Смотрите, какая прелесть. Бутылочка будто с песочком и с бусинками. Такой будто фонарик с бусинками. Смотрите, какая прелесть. А вот тоже будто... Ага, вот они, молочный коктейль. Подвеска. А, да, это тоже подвеска, видите? Тоже с креплением. Мне вот эти вот пузырики больше всего нравятся. Прикольные. Скорее всего, это все будет вот такой вот комплект. Возвращаю в сундучок. И какая красота. И так, что у меня не вскрытое? Вот еще не вскрытое. Тоже такая тяжеленькая. Увесистая посылочка. Это тоже из рукодельного. Тоже все. Ого, металлолом какой. Из одного магазина заказано. Так, тут ничего нету. Целая куча замочков. Вот примерно как вот такие. Ну, типа крупнее, видите? Вот они такие замочки, карабинчики. А это соединительные колечки. Конечно, все блестит, как сокровище. Ну, такие вот колечки, которые сверху для крепления. Вот они. Это что? А это карабинчики немножко другого оттенка. И, по-моему, другого размера. Ага, это даже карабинчик. Сейчас я даже один достану. С цепочкой. Вот. Вот, видите, какое интересное крепление. Это тоже для бус, для ожерелий. Вот такая вот сокровищница для рукодельницы. А это я забыла, как называются. Я, может, подпишу. Дочка в этом разбирается. Это тоже для изготовления различных украшений. Вот такие вот штырьки-гвоздики. На них насаживаются, закругляются. В общем, творческие люди меня поймут. Большой-большой творческий запас. Следующие посылки идут. Они уже не будут не творческие. Ну, дождемся их. Вот такие. Продолжаем серию распаковочек. Маленькая посылочка. Пришла быстренько, за 2 недели. Это подарок сыну. Сын заказывал, просил заказать ему эту посылочку. Поэтому пришла достаточно быстро. Кстати, другая посылочка от этого же продавца. Еще толком не отслеживается и непонятно, где находится. Вот такая вот посылочка. Пакетик на защелке. Так. Сменные для наушников штучки-затычки. Зарядное устройство. Это наушники. Сын тоже попросил наушники, но покрасивее, чем мои. Ну, по картинке. Так, ну, тут что-то по-китайски. Яндекс онлайн-переводчик нам в помощь. Это все легко. Это мы уже освоили, переводить с китайского и с любого языка. А другие посылки, это, кстати, было заказано перед самым Новым годом. Это последний из моих заказов. А которые были заказаны...
Зачем тут скотчем налепили? Зачем-то скотч налепили, интересно. А другие, которые заказала раньше, чем вот эти наушники, они еще где-то в процессе движения. И, как говорится, очень тревожно, потому что они отправлены службой доставки Каяна. А буквально недавно я прочитала в новостях, что как раз сгорел самолет от этой службы доставки, от Каяна. 22 тонны посылок было на борту. Вот эта вот посылочка, 56 грамм. Представляете, сколько посылок сгорело? Вот я думаю, интересно, моя посылка там? Как моя? Две или три мне там еще едут. Так, вот они, наушнички. Сейчас мы на них... Ого, бульбы какие. Ну, это которые вот внутриканальные. У меня, я от этого же продавца заказывала обычные, которые не втыкаются в ухо. Вот в таком формате. Забыла, как называется. Типа накладных, но не накладные. Накладные штуки с наушниками большими. Вот. Ну, вот так вот они выглядят. О, замигали. А, у меня же телефон включен этот, Bluetooth. Наверное, решили к нему подсоединиться. Наверное, надо подзарядить. А как он? У него есть фонарики индикатора? Это у него я не вижу. Где у него фонарики, которые показывают заряд самого вот этого устройства. Ну ладно, разберусь с ними. Если что, где-нибудь тут подпишу. Или отдельно досниму пару кадров по работе этих наушников. Разберусь. И потом сообщу. Ну, давайте до встречи с новыми распаковками. Надеюсь, ни наши, ни ваши не пострадали. И надеюсь, всем тем, кто ждет свои посылки, их дождутся. Ну, в общем, с сыном испытали эти наушники. Они во время зарядки светятся, мигают. Вот эти фонарики. Их вообще не видно было, что это тут фонарики-индикаторы. Оказывается, вот они есть. Вот. Во время зарядки сами наушнички тоже... О, ищет сигнал. Сейчас подсоединится кому-нибудь. Во время зарядки они тоже красненьким светятся, индикаторы у самих наушников. И мы тут с сыном гадали. Почему-то не было контакта. Давайте так. Солнце светит, отсвечивает. Оказывается, какая-то синенькая пленочка была на вот этих контактах. И мы долго не могли понять, почему наушники не заряжаются. Оказывается, они мешали. Я фоточку где-нибудь тут прицеплю. Покажу вам. Ну, смешная вообще ситуация была. Ну, в общем, звук они передают хорошо, как наушники, если их использовать. А как голосовой, все равно глуховато. Но если два наушника использовать, то, в принципе, неплохо звук передается. А если через один наушник разговаривать, то глуховато. Ну, наверное, это вот судьба вот этих, у всех этих наушников такого типа. Ну, до следующей распаковки. Снова привет. Продолжаем то, что ждали, наконец-то дождались. Ну, не то, мы дождались. Это посылочка, только большая, в кадр не влазит. Посылочка, как стороны, которую заказали уже в середине января, а сегодня начало февраля. А заказы, которые были сделаны еще в декабре, в начале декабря, вообще еще где-то, а где же они по оповещениям? Где-то в Екатеринбурге. Скорее всего, они идут пешком. Сначала с Китая. Это сборная посылочка. Короче, другие посылочки, которые еще в декабре были сделаны, заказы, идут пешком с Китая. Вот дошли уже до Екатеринбурга. А это вот их опередило. Самолетом прилетело, наверное. Какая-то пузатенькая посылочка. Ну, в принципе, я здесь знаю, что есть какая-то... Боюсь аккуратно сильно резать. Буквально уголочек срезаю. Это тут какая-то штуковина, которую муж мой заказывал. Завернута в пупырку. Пупырку. Короче, это его заказ. Черные штучки. Вот, видите? Какие-то черные штучки. Сейчас давайте разглянем. Вот такие вот штучки звенят. Это, в общем, знаете что? Это электроды. Ну, мужу мальчики поймут, для чего нужны могут быть электроды. Там написано для сварки, там цветных. Раз, два, три, четыре, пять штучек. Да, пять штучек было. Ну, не знаю, мужа спрошу, сколько он заказывал. В общем, для каких-то работ интересных, мужских. Вот они, эти графитовые электроды. Вот так называется. Это его посылочка. Убираем. А это моя посылочка. Какая большущая. Примерно 30 с чем-то сантиметров длиной. Боюсь. Ладно, буду разрывать. Боюсь порезать. А, тут мягкий материал. Сейчас я вот так вот варварски вскрою посылочку. Смотрите, какая штучка. Это ж надо вот такое вот заказать с Китая. Это спицы вязальные. Смотрите, какие тоненькие. А, это 16, это торговый номер. Толщина, по-моему, 1,5 миллиметра. Тоньше не было. Вот она, смотрите-ка. Ой, аж звенит. Какая тоненькая, симпатичная спица. 5 штучек. Думаете, что я вязать буду? Не буду я вязать. Сейчас я вам покажу, для чего она нужна. Вот для этого это нужно. Чтобы делать трубочки из бумаги, чтобы плести
всякие штучки. Вот она. Вот такая вот замечательная спица. Так что творческих мне успехов. О, какая красота. Эти вот с трубочки я делала из спицы велосипедной. Но она грубенькая и толстенькая. А вот это вот уже моя хотелка. Между прочим, смотрела на Озоне. На Озоне оно больше 200-300 рублей стоит. Вот такой набор спиц тоненьких. А на Алиэкспрессе, по-моему, 60 рублей вышло. Так что всем пока-пока. Ждем следующих посылочек.